Серьезно, чел с дробовиком не смог ничего Так, понимаю. Ранки, Дмитрий. Я сначала катку на YouTube сделаю на паблике, а потом уже в ранки пойду. Ой, бля. Кстати, можно клип скинуть, нравилось по Warzone, там прикол норм. Ну вообще мне не очень интересно, что там на Warzone. Ну, можешь мне в ВК закинуть, в принципе. Только не в стрим, когда будешь готов, окей. Поймана. Понимаю. Опа. Опа-на. Ту-т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 у. Так, нужна ручка и попка. Ручка и попка, чатик нужны. Понимаете?
Ручка и попка. Так, осталась ручка. Попка найдена. Ладно, давайте не будем на этом зацикливаться. Хотя мне, конечно, блин, ручка самая важная на зажим. Можно без компенса ходить, но без ручки так-то не стоит. Серьезно, ручку? Ну дайте ручку, я пойду дальше драться со всеми. Ну вы, конечно, и суки. Ручку не даете. Бля. Ручку зажали. Рукоятку. Не, ручку. Тактическая рукоять. Ручку дайте. Держаться не за что. Ус. Понял. Меня зовут. Там, кстати, одним спреем чувака быстренько так потушили. Даже в ответ не пострелял. Так, у вас тут ручки есть? Здравствуйте. А ручки будут? Блин, у меня так-то и медицины нету. Я в говне каком-то полном. Да ты, блядь, серьезно, я ему в череп даю, еще в него попадаю. Бля, его вот эта вот залупа убивает, да? Понял. Ок. Спокойно. Подумаешь, состилили мой килл. Блядь, и у тебя нет ручки? Я не понял вообще. Нормально? Нормально вообще тут? Вообще нормально все у всех? Эй, дядь, хватит с меня. Я больше донатить не буду. Ну, так, блядь, я этого и хочу. Чтобы ты больше не донатил. Я ж по-русски сказал. Не донать, блядь, больше. Так, ну что, давайте искать дальше людей.
Что, хаваешь? Вкусно. Вкусно. Походу вкусно было. Так, ну побежали дальше. Ты что тут прятался? Тебя что, покусать обещали? Обещали и не покусали? Так, а это ты стрелял? Угу. Я иду, я иду. Все в порядке, я готов забрать этот пулемет. МГ-3. Который падает. Я готов его брать. Блять. Это не МГ-3. Но это меня, знаете ли, тоже устраивает. Так, ну а шо, Блэтба? Где? Когда-нибудь я угадаю. Я вот угадаю, ну, будет падать дроп. Я точно скажу, что там. И какая-нибудь абоба. Потом на ютубе такая, бля, у него читы на обнаружение. Это пушки в дропе будут. 100 баллов там напишет пара таких абоб. У меня прям в голове было это, что я потом выложу катку, а потом проснусь и найду этого бобу, который так напишет. Такой, и я калькулейтед. Блять, ты чё гонишь, что ли? Дурак, блять. Ну понятно, я вообще медкач тот еще. Пиздец, по-стоящему чел не могу попасть. А где он? Куда ты ушел? Да ты шо, Блэтба?
Вам очень нотик 8000 баксов выиграли. Я очень рад за них. $8000, это, блять, это какое-то высокое место. Второе, о, молодцы. А первое кто взял? Первое кто взял? Чувак пишет: дети. Дети взяли первое место. Ух уж, серьезно, дети заработали, получается. А, понял. Я вспышки вижу и такой: ша буду струлять. А это меня обманывают, оказывается. Блять, гнида ебаная, блять.